Здравствуйте, друзья, с вами Татьяна. Если вы видели мои предыдущие видео, вы могли понять, что в магазинах платье из натуральных тканей стоит приблизительно 2000 гривен, это где-то 74 доллара. Посмотрим, можно ли пошить на меньшую цену. У нас в Киеве есть такой магазин тканей в Мила. Посмотрим, какие здесь цены. Тонкий лен 1,50 м, 240 гривен, это где-то 8 долларов. 270 гривен. Коричневатый лен с катоном 240 гривен. 640 гривен, где-то 23 доллара. 160 гривен. Такие цены у нас на вискозу. Это где-то 10, 12 и 8 долларов. Разница. Вы так видите, что она вчера тут. Крепдышин. Хлопок 350 гривен. Это хлопок 320 гривен. Хорошо, 10 гривен, это 10 долларов приблизительно. То есть платится выйдет где-то приблизительно 10-15 долларов. Шитье 640. Я возьму вот это вот чудо. Такая ткань без козы. Ну вон, девочки мои, можно купить ткань и пошить самостоятельно простенькое платье на лето. До свидания, с вами Татьяна. Пока-пока. Подписывайтесь. Пока.